Первый заместитель директора Одинцова «Межрайгаз» Евгений Баринов доложил о 100% готовности филиала к предстоящему отопительному сезону. Проведена инспекция и профилактика более 1000 километров газопроводов, заменены 11 газорегуляторных пунктов. Все работы выполнены в полном соответствии с графиком. Техническое обслуживание, текущий ремонт, замена газового оборудования, ремонтных каких-то частей, расходных материалов производится в установленные сроки и по мере необходимости. То есть филиал к осенне-зимнему периоду готов. Одинцовская теплосеть как у нас подготовилась с своей стороны? С нашей стороны Одинцовская теплосеть тоже считаем, что в принципе к отопительному периоду готовы. Котельная на Белорусской 1 в 9 микрорайоне введена в эксплуатацию в 2011 году. Ее теплом пользуются не только жилые дома, но и школа, детский сад, торговые объекты. 3 14-мегаваттных котла питаются газом, но могут работать и на легком нефтяном топливе. Современное газовое оборудование здесь работает как часы, но и оно в преддверии зимнего сезона проходит профилактику. Полагаться на авось газовики не привыкли. Мы сегодня проехали, посетили несколько котелен в Одинцовском районе, которые принадлежат Одинцовским теплосетям, посмотрели готовность газовиков к подаче газа на котельные, ну и в целом оценили обстановку. И вот сегодня то, что мы здесь вот на котельне номер 9, в принципе, вот провели осмотр, все готово. Уже сейчас осуществляется подача тепла в дома и на горячую воду, и на тепло. Все, котельня полностью готова. Итоги подготовки к отопительному сезону газовики традиционно подводят в сентябре. Подобные инспекционные поездки Дмитрий Голубков проводит по всей Московской области. И сегодня они практически завершены. Регион к наступлению зимы полностью готов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».